Доброе утро. Доброе утро. С камерой пойдешь последний, я пойду за тобой. Знаменитая девятина. Да, вот она, знаменитая девятина. С этой стороны не видно, с той стороны она мёртвая вообще. Так, утром сюда приходят? Да, отсюда приходят, ебашут по городу. Дело в том, что здесь же люди в подвалах живут, мы не можем их вывести. Это не та серебристая, про которую мы говорили. Мужики, значит, смотрите, молодежь, кафе знаете? Да. Напротив кафе молодежки через дорогу. Да. Там есть бомбоубежище, подвал, там тоже мирные живут. Вот туда надо, чтобы вы пришли за продуктами, мы там что-то вам дадим. Ну, что-то нас собираем. Это... То есть вот тот квартал мы кормим там, ну, своими силами. Так, а во сколько прийти? Давайте мы сейчас будем обратно идти, да, и отведем вас туда, чтобы под прикрытием, чтобы там снайпер не отработал. Потому что снайперы по мирным работают. Да вы что? Да, скотина такая. Ого. Вот, блядь, деревья. Падали. Посмотрите, парни, здесь живут люди, да? Вы посмотрите, вот эти дома. Смотрите, здесь до сих пор живут люди, в этих квартирах. Надо. Родненькая, все нормально будет, не бойся. Давай, скоро выгоним. Спасибо, мать, спасибо. Спасибо, мать. Такие очень мертвые домики, в которых до сих пор живут люди, которых мы не можем вывести, они отказываются, они хотят достать свои разбитые нахрен квартиры. Ну, кафе молодежное, знаете? Да, прямо возле водонапорной башни, просто дорогу переходите туда, там увидите люди, подойдете, спросите, я вам там все расскажу. Ага, спасибо, друг. Спасибо. Спасибо, мать.
Вот они, да. Вот тупо в кварту, а вот так, смотрите. А здесь никогда, вот в этом районе никогда в жизни даже ополченцев не было. Не было здесь. Мы пришли сюда, потому что сюда начали бить по жилому району. Поэтому мы снялись со Стаханова и приехали в Первомай. Чтобы дать эвакуировать людей приехали? А? Эвакуировать людей? Мы приехали, да, эвакуировать людей и хоть как-то пытаться там накормить, добыть воды там или что-то такое. Потому что водонапорную башню тоже разбили. Говорят, здесь... больницы что-то там повреждены. Больницы, да? Повреждены, что, интернаты поразбиты. Вводим людей. Да, идете? Давайте только за нами, хорошо? Хорошо. Давайте кто-то замыкающий, парни. То есть вот и стараемся как-то уже те, кто не может выехать или не хочет по каким-то причинам, стараемся как-то накормить. Так, мы сейчас выводим людей на штаб. Кто хочет выйти, за нами. Саш, может, да, ты возьмешь, а то я пока захромаю. Мы сейчас выводим людей, да, к штабу в Первомайске. Ну там есть какие-то продукты, мы сейчас дадим там чай какой-то элементарный, сахар, соль. Саша, дадите. Самое, мы обратно проведем. Ну, Саша, пойдешь? Куда? Все, пошли. А то я не захромаю туда. Я понял. Да как же сделаем, если они лупят по всем этим? Решили уже город газа, света, воды всего лишь. Вот мирные люди, они знают, они здесь жили. Мы пришли сюда после того, как их начали бомбить. Мы были в Стаханове. Все были в Стаханове. Потом уже пришли ополченцы, лупанули 6-й дом, 7-й. А что с 12-м, 11-м? Да вообще кошмар. Лупили, лупили. Первый, второй, третий этаж. Снаряды ложились просто. Первое нападение было так кошмарно. То пересвет, а сейчас уже снаряды летят чуть дальше. На второй день спалили 9-й, 10-й дом. Там 4-й, 5-й этаж выгорели квартиры полностью. Ну, так вот. Мы пришли, еще неизвестно, что здесь было. Ну, так что вот так вот как-то. Вот это как раз те места, где нет ополчения. Именно в тех местах разруха, где мирные жители не могут дать им отпор. Это какая-то политическая гонка или тупо бизнес. Непонятно. Это геноцид. Мы были в Стаханове. Да, за твоей информацией начинают обстреливать районы Первомай. После этого мы приехали, начали отражать их удары по жилым массивам, по кварталам. Сейчас вроде попустило. Пускай прям за нас беритесь и побежали. Понятно? Готов? Готов. Пошли. Со мной. Тут тебя из-за меня не было видно. Привет! Пошел!